На 83-м году ушел из жизни советский и российский театральный актер Валентин Пашнев. Валентин Степанович Пашнев родился 11 июня 1938 года в поселке Центральный Тисульского района Кемеровской области. С 1948 года семья проживала в Барнауле. Со школьных лет участвовал в художественной самодеятельности в клубе Барнаульского молочного завода. Первый актерский опыт получил в театральном коллективе клуба железнодорожников, где сыграл роль Андрея Птицы в спектакле «Свадебное путешествие» Дыховичного. В 1955 году окончил курсы директоров клубов при Алтайском культпросветучилище. В 1956 году театральный факультет Московского заочного народного университета искусств при Центральном доме народного творчества им. Н. Крупской. В 1957-1960 годах служил в армии. В 1964 году был назначен директором клуба строителей, затем руководил художественной самодеятельностью в клубах ТЭЦ-2, заводов «Геофизика» и «Стройгаз». В 1969-2015 годах – актер Алтайского театра мускомедии.